Оспа обезьян добралась и до России. Первый случай зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Молодой человек вернулся из поездки по Европе. Заметил сыпь и обратился к врачу. По результатам анализов в Роспотребнадзоре подтвердили заражение обезьяньей оспой. Пациента изолировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Болезнь проходит в легкой форме. Медучреждение, куда он первоначально обратился за помощью, закрывали на санобработку на несколько часов. Круг контактных лиц также установлен. За ним наблюдают медики. По предварительной информации, парень привез вирус из Португалии. По состоянию на 11 июля. В 59 странах мира подтверждено уже более 9 тысяч случаев заражения оспой обезьян. Впрочем, медики успокаивают, симптомы оспы обезьян у человека хоть и схожи с симптомами натуральной оспы, но менее серьезные, а риски тяжелого течения инфекции снижает вакцинация. В России прививку от оспы имеет значительное число.